В Центре олимпийской подготовки «Авангард» определились победители и призеры 17-го всероссийского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева и полковника милиции Николая Анохина. Это финальная схватка. В синей форме Камиль Магомедов, победитель командного чемпионата мира 2012. Противостоит мастеру дзюдоист из Нефтеюганска, прошлогодний чемпион турнира Дмитрий Довгань. Поединок непростой. Судьям даже пришлось прибегнуть к просмотру видеозаписи. Но не этот момент поставил точку в противостоянии спортсменов. Решающим стал прием, проведенный борцом в белом. Я задумал выиграть эту схватку. Долго настраивался и выполнил свое, что я хотел сделать. Один раз как бы бросил, отменили оценку, и я доказал, что достоин победы. Скажите, как-то по-особому настраиваетесь на поединки вот такие с чемпионом мира? Ну, не знаю, как бы на всех настраиваюсь одинаково. Все достойны победы. Скажем, сложно бороться. Награды турнира, имеющего рейтинговый статус, были разыграны в 7 весовых категориях, а также в командном первенстве «Стенка на стенку». География соревнований в этом году была представлена 13 территориями Российской Федерации и 2 странами ближнего зарубежья – Казахстаном и Узбекистаном. В нынешнем году всероссийский турнир дзюдоистов собрал в Омске 138 участников, среди которых было 30 мастеров спорта, 107 кандидатов и 1 международник. Этот всероссийский турнир по дзюдо, по словам спортсменов и тренеров, один из ответственных стартов, который дает возможность подготовиться к этапам чемпионата и Кубка России. В спортивном календаре, да, это один из ответственных стартов, потому что здесь такие турниры, они некоторые готовят к ответственным стартам, к чемпионатам России, Кубкам России. Это лишний повод стартануть, прикинуть, какие ваши силы, как ты будешь рассчитывать на дальнейшую борьбу. Итог выступления омских дзюдоистов – 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Наши ребята победили и в командном первенстве «Стенка на стенку». Право на присвоение звания мастера спорта России получили Амич Артем Пуртов и Данила Фандорко. Награды победителям.